Владимир Владимирович, как повлияла революционная ситуация в стране на экономику Славянска? Я как представитель органа местного самоуправления, на которого возложены обязанности по жизнеобеспечению нашего города, могу с уверенностью сказать, что на жизнедеятельность города данная ситуация, которая происходит в Киеве, на Грушевского, на Майдане, экономически не повлияло никак. То есть в нашем городе вовремя выплачивается заработная плата в бюджетной сфере. Вовремя выплачивается соцгарантии. Вовремя выплачивается пенсия нашим жителям города. Поэтому, кроме обеспокоенности чисто человеческой, да, то, что проводятся силовые методы в городе Киеве, которые я ни в коей мере не могу одобрить, данная ситуация на наш город не отразилась никак с отрицательной стороны. То есть все службы, все организации бюджетной сферы, все коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Единственное, что в связи с понижением температуры мы переводим наши коммунальные предприятия, которые отвечают за определенные участки жизни в нашем городе, можем перевести на усиленный режим. А вот если говорить о ситуации с захватами министерств? Очень немало запросов мы посылаем на министерство. В частности, вот в прошлую субботу она была рабочей, мы отослали письмо достаточно серьезного содержания на Минюст. И вот на следующий день я узнаю, что Минюст захватили. Слава богу, что его сейчас разблокировали, но, безусловно, это отражается в оперативности принятия решений. А вчера мы видели, что в Донецкой облгосадминистрации в зале сессионном сидит ОМОН. У нас как с этим ситуация? Есть какие-то сведения, либо информация, что, возможно, сюда кто-то что-то приедет, что-то делать? Скажем так, мы готовы встретить так называемый десант, если он позволит себе приехать в наш город. Ничего страшного не происходит в нашем городе. Есть полное взаимодействие с правоохранительными органами. В случае необходимости будут усилены патрули, в случае необходимости будет усилена охрана госучреждений и органов местного самоуправления. Поэтому никакой паники, никакого такого ажиотажа у нас нет.